эти минуты в Донецке начинается пресс-конференция Центра избиркома, на которой объявят официальные итоги референдума. По предварительным данным, за независимость высказались почти 90% жителей Юго-Востока Украины. Цитата: «В Москве с уважением относятся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей и исходят из того, что практическая реализация итогов референдумов пройдет цивилизованным путем, без каких-либо рецидивов насилия, через диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска», отмечается в сообщении пресс-службы Кремля. Официальный Киев результаты референдума не признает. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов назвал плебисцит пропагандистским фарсом и обещал организаторов референдума привлечь к уголовной ответственности. А пока украинские военные продолжают масштабную силовую операцию на юго-востоке страны. Сегодня артобстрелу подверглось село Андреевка неподалеку от Славянска. Представители штаба самообороны сообщают, что разрушены несколько домов. Число жертв пока неизвестно.